Я сейчас занимаюсь уборкой во дворе, навожу порядок. Погода хорошая. Я уже начала там работать, вот, и сейчас продолжу. В общем, дальше. Да, тузон. Вот, и сейчас буду вырубывать вот эти цветы, все срезать. В общем, рабочий процесс. Ну что ты возле меня крутишься? Ой, так, вот это видите, что она выкопала. У меня уже, друзья, уже и колючка уже в ногах была от розы. Короче, все вот это вырубываю. Цветы вот эти срезаю. У меня уже тут целая куча. Здесь вот у меня уже сделано. Потом дойду сюда. Вот это все зачистю полностью. Ну, вот эти цветы все пообрезаю, которые уже отцвели. Сухие ветки тоже надо пообрезать. Вот, короче, вот так вот. Такие вот дела. Вот это, что мне не нравится, знаете, вырубывать. Поотрастали с деревьев вишня, яблоня. Вот видите, их надо просто выкапывать. Брать этот лопату и лопатой это все выкорчевывать. Потому что так вырубывать это бесполезно. Ну, пока что вырубаю вот так. А потом уже буду выкапывать. Чуть позже. И калину нужно тоже мне. Снизу так ветки вот эти все, чтобы не мешали. Все вот это. Подрубать, подрезать. А вот эти яблоки я пособираю, которые хорошие пообрезать можно. Вот видите, хорошее яблоко, сладкое, как мед. В этом году не слишком много было. Некоторые на сушку. В общем, фронт работы вот такой. Мама стирку сделала. Там готовит. Вот эти тоже пионы. Все буду. И вот здесь тоже, за домом. Такие вкусные яблоки. Что тут за? Будешь мне помогать, помощница? Перчатки возьму, потому что там колючки. В ногу уже одну загнала. Так что надо, чтобы в руки тоже. Так, я сейчас поставлю на штатив и будем работать. Thank you.
уже. Смотрите, какая куча. У меня практически все. Но там дальше я уже пойду чуть позже. Чуть позже уже на этой стороне пойду. Пойду еще. Вот. Сейчас начну здесь. Ну, чтобы здесь это все сделать, а потом уже туда идти дальше. Тузонька, она лежит в холодочке. В общем, сейчас немножко передохну и здесь буду это все убирать. Ветки надо тоже немножко подрезать. Потому что слишком аж в прошлом году обрезала, но отросло. Потом этот мусор я, траву вот эту, она высохнет, потом спалить можно. Пусть пока лежит. Так, и эту траву надо будет потом позаметать, но это чуть позже уже, друзья, чуть позже. Так что не переключайтесь, оставайтесь вместе со мной на моем канале. Мадам Брушкина отдыхает. Ой, ой, Брушкина. Да? Красотуленька. И ну, это моя бусинка. Бусинка. Красоточка. Смотрите, друзья, какая у меня красивая девочка. Да. Еще ребеночек. Хоть сумочку бери с собой, носи, да? Маленькую крошку. Водичка есть у вас? Да, Тузон? Должна у вас сюда быть водичка. Потому что жара. Пить всем охота. Потом чуть позже пойдем с вами помидоры еще собирать. У меня какой краничек. Тут воды нету сейчас. Надо будет потом набрать. Чтоб руки на улице мыть. Удобно. Чего раньше его вообще не ставила? Как-то вообще забыла за него.
Короче, у меня только что топор сломался. Ну, я его уже, короче, сделала. Вылетела. Хорошо, хоть не в лицо, не куда-то там не бахнула. Так слетела с меня. Ну, с этого, с ручки. Так что надо будет тоже аккуратно. Короче, наверное, возьму я пилу. И сейчас буду, наверное, пилой. Спиляй, наверное, то дерево. Ну, ветку ту. Уже ноги в баню. Мешает только. Я уже тут убираю. В этом полисаднике. В общем, друзья, вот такой вот вид, как было раньше, было до и сейчас. Да, красопета? Красопета! Все здесь убрано. Потом я граблями, в общем, позарибаю. Все остальное, что там ветки попадали. Такую мелочь. Листья и яблоки тоже, которые попадали. Посортирую. Которые хорошие. Уже вот куча сейчас вынести нужно. Которые, в общем, хорошие, пособираю так, а те, что погнили, пропали, я их, в общем, выкину. Потом уже оттуда, и вот так вот, видите, сколько яблок, конечно, жалко. Ну, они себе так, скажу, не поздние. Практически, ну, кисловатые.
А чтобы так, то или запекать с сахаром или медом. Еще как-то так. Это надо яму потом зарыть. Бутуза, блин, школьница от жары пряталась. Здесь тоже все у меня. О, смотрите, целая гора. Ну, зато чистенько. Здесь тоже яблоки гнилые. Все позребаем. И будет порядок. Сделаю вам как-то обзор. Все покажу. Здесь у меня душевая летняя. А здесь у меня инструменты. Инвентарь. В общем. А здесь душевая. Вот там нужно, короче, убираться. И сейчас там просто заложено все. Вот так. Там кладовка. В принципе, ничего такого интересного. Кладовочка. Вот такие вот дела. Помидоры еще надо пособирать. Эти спеют помидорки. Некоторые вот подгнивают. Ну, уже отходят. Сентябрь месяц, считайте, уже середина сентября. Ветер такой еще поднялся. И на той стороне тоже убирать. Там тоже помидоры. Такое вот. Некоторые еще спеют до сих пор. Еще зеленые. А я думаю, знаете, как-то, в общем, зеленые помидоры квасила. Надо попробовать, кстати, по своему рецепту. Еще бабушка тоже готовила, помню. Как-то мы закрывали даже зеленые помидоры. Ну, вкусненькие. На работы хватает. Особенно в частном доме. В общем, нужно все поделать, потому что скоро, Наташа, жди гостей. Вот. Готовься. Вот так. Вот такие вот дела, друзья. Бубочки полягали. Наелися. Да, девочки. Девочки. Припевочки. Если старшая девочка, да, по дому. Друзья, как хорошо, что свой огород, свои овощи, помидорки. Вот так вот, такие вот дела. Потом уже буду остальное все убирать. В общем, работы хватает на осень. Вот так. Потому что дожди пойдут вдруг. Пока погода хорошая, нужно, в общем, все поделать. Ну как, не все, конечно, сразу, но понемногу нужно, в общем, работой заниматься. Да, Туза? Вот, так что, друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите комментарии.
кто уже подписан, огромная благодарность. Кто ставит, тоже лайк. А кто еще не поставил лайк, кто еще не подписался, подпишитесь на мой канал. Пишите комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. А я сейчас буду помидоры собирать. Вот. В общем, работы еще хватает. Так что оставайтесь на моем канале. Всех люблю и обнимаю. Ваша Эмма. Всем пока-пока.